Зима без осадков, ранняя весна и даже наступление лета. Погода в Армении преподносит сюрпризы каждый день. Сегодня столбики термометров в столице покажут плюс 20, на юге республики плюс 25. Кто рад жаре больше всего, расскажет Ирина Мкрчан. Уличным музыкантам из Эквадора много времени на разогрев публике не нужно. На улице плюс 20. Горожане наслаждаются ритмами древнеиндейской музыки. Сейчас в России и Европе холодно. Собрать людей на улице вряд ли удастся. Поэтому мы решили приехать в Ереван. Но в конце марта на летнее тепло уж никак не рассчитывали. Томас Кулсеб из Эстонии. Когда покупал путевку, знал, в Армении будет тепло. Но к такой жаре оказался не готов, как и многие туристы в его группе. Это сюрприз, что так тепло сегодня, потому что в Эстонии сейчас снег. У меня, естественно, очень много теплой одежды, поэтому такая погода – это большая неожиданность. Да, в конце марта. Это удивительно, это лето. С повышением температуры увеличился спрос на прохладительные напитки и мороженое. Как правило, производство на полную мощность запускают только в конце апреля. Но природа внесла свои коррективы. И десятки сортов вафельных стаканчиков эскимо и фруктового льда уже на прилавках в магазинах. В этом году мы производим мороженое с натуральной фруктовой и ягодной начинкой. Думали запустить эту линию летом, а пришлось в конце марта. Резких скачков температуры, по прогнозам синоптиков, не будет. В конце недели пройдут дожди. Их так ждут аграрии всей страны. Ирина Мкрчан, Арман Симонян, Мир 24.